Мы настояли футболистов, что с каждой игрой все будет тяжелее и тяжелее. Во-первых, и нагрузка накопилась уже у футболиста. Видно, на самом деле тяжело, нет пока свежести в ногах, в голове. Ну и концовочку все-таки мы нервно провели за счет своих ошибок. 4-5 не очень получилось разобрать игру? А мы еще не разбирали, мы еще пока плавномерно действуем, мы атакующие действия пока из-под прессинга где-то по ходу нарабатываем, а 5-4 в чем и дело, как бы нами забили, но мы это еще не отрабатывали. С чем связано, что команда очень быстро 5 фолов нахватала во втором тайме? Ну, наверное, с судейством, наверное, связано. Кто свистит ошибки. Поэтому были, не были, как бы, ну, конечно, сами виноваты. И мы должны отходить от этого, чтобы за счет ног дорабатывать и не трогать, и вообще шансов не давать ни судьям, ни сопернику. Ощущение, что пока первая четверка как-то не все получается, хотя вроде ребята давно играют. Причина все та же, пока не хватает свежести той самой. Да, пока они очень сильно хотят все забить, и пока у них не получается, видимо, с ними на установках, наверное, с ними все плотнее и грубо с ними играют. Поэтому, ну, я думаю, все у них впереди. В такой ситуации день отдыха перед финалом, в отличие от соперника, наверное, на пользу пойдет команде? Ну, надеемся на это, что день отдыха пойдет на пользу, потому что, опять же, не хватает свежести. Надеемся на это.